15 по 18 февраля с 10 до 13 часов ежедневно в Доме культуры Центрального района врачи Центра медпрофилактики бесплатно при наличии паспорта и медицинского полиса проводят обследование граждан. Доктора помогают быстро на основе скрининга обследований узнать, как работает сердце, какой уровень глюкозы и холестерина в крови. Накануне на прием сюда пришли 40 человек. У 11 из них было повышено артериальное давление, в том числе у 8 трудоспособных граждан. В 14 случаях выявлен повышенный уровень холестерина. У 12 обнаружены патологии сердечно-сосудистой системы. По результатам обследования врачи Центра здоровья проинформировали каждого о степени риска и составили индивидуальную программу профилактики, способную предотвратить дальнейшее развитие и осложнение болезни. Всем пациентам были розданы буклеты о здоровом образе жизни. Напомню, прием в Доме культуры Центрального района продлится до 18 февраля включительно с 10 до 13 часов.